Фигня на всех уровнях, вот просто на всех уровнях, блядь. Вот просто, просто, кого не коснись, начиная от уборщиц, дворников, блядь. Вот у нас директор разъебал продажника в начале недели, к пятнице что-то вроде зашевелилось, блядь. Что-то вроде, блядь. Ну разъебал жестко, блядь. Ну и в игре то же самое. Что ты думаешь, как-то по-другому, а нифига, все одно и то же. Сука, куда мне-то идти, блядь? Блядь, взял заградку, нет авианосца. Блядь, что за жизнь? Всю жизнь так, блядь. Обычно корабли, имеющие заградку, и без того имеют неплохое ПВО. Да мне пофигу. У меня сейчас уже скотина в предыдущем бою разбирала. Мне не понравилось. Я решил в другом бою взять заградку. Оказалось, нету авианосца. Что за жизнь? Бля, хотел за остров спрятаться, а тут Владик. Ну так тебе Владик вообще, у него перезарядка там год. Блять, это же все-таки линкор. Пошлите в сторону Б. К тому же, кто тебя и больше никто не может прокинуть. Ну хотя там он, кто Микеланджело и демон есть. Вообще жирка еще много. Да, много еще. Вон Суруги идет. Еще бы, конечно, эсминчика одного бы съесть. Можно было бы вообще жестко играть. Потому что и не осталось, папа. Силы противника на горизонте. Вы это видели, да? Как Суруги прилетело сейчас. Угу. Только прицелился на него. Нихера себе, блядь. Хенри сейчас чёрта вынес с одного залпа просто, блядь, с одного залпа. Но Анрич 50-ка, а этот 8-ка. Не удивлен. Да какой, блядь, не это. Я не так выразился, кто он. Ой, принц Хенрих. 7-ка. А. Вот три гола, блядь. Хрен попадешь. Мне больше там Микеланджело напрягает. Кто? Микеланджело? Да. Убери его там всем вот этих тысяч. Чего это, торпеда или да что? Да там демон, блядь. Ну, опа. Да, это как так? Сколько не попадают, я не хочу это, блядь.
спросила. Есть контакт. Ой, РЛС-очка. Убивай демона. Да боюсь, что он пойдет, скорее всего, вот сюда. Ему деваться-то некуда. Да не, если он сейчас вылезет, он сразу труп. Зад, назад будет сразу. Ага, вижу. Восток бы подсветить. Вот у тебя дружбан приходит. Поиграл, тип? Ну я же говорю, демон туда соскакивает. Ну, Салим, да, отвернул, видишь? А если бы Салим не отвернул, он бы не вылез. Они же, блин, конкуренты. Они бы... У него 15-ка осталось. Салим очень... не так. Салим гораздо сильнее бронирован. Ну, ну ДПМ-то у них примерно одинаковый. Что такое ДПМ? Скорострельность. Да, да, приблизительно одинаково. Как они любят свой этот, свою гасконь. Ну он реально, хули он там делает? Не знаю. Гасконь? Да, давайте ему отправим. Я сейчас отправил. Как накидаем, вдруг забанят. Ну так, я так понимаю, у меня уже смысла нет выходить на него. Вот и все. Сейчас, кстати, я заметил, часто такие попадаются. То эсминец куда-то уплывет в край карты, там тусит. Что еще кто-то? Здесь. Мы до него даже не успеем дойти, до Гаскони, до этой. Я вот такие вот бои, конечно. Это лучшие бои у меня. 44 тысячи урона, но, блядь, троих подсосал. Ты видишь, что пишут? Да, да, да. Чё там написали? Твою мать, ногами укры забьют. А-а-а. Ну, сделайте да. Скриншот, да, отправляйте. Ну, я жалобу отправил. Надо его, кстати, в черный список. Он забился в конец карты, и все, один остался. Ну, в смысле, противник, да? Угу. Ну, и ветер. Но он последний остался, нам даже до него не дойти, по очкам уже выигрываем.